И полиция восстановила маршрут Ирины Ноздровской в последние часы жизни. Об этом сообщил первый замглавы нацполиции Вячеслав Аброськин. С работы правозащитница направилась на станцию метро Героев Днепра, а оттуда в село Демидов, где жила. Однако домой так и не доехала. К расследованию подключили 300 правоохранителей. Продолжают искать свидетелей. Напомню, полиция рассматривает несколько версий гибели Ноздровской. Наиболее вероятное – убийство связано с профессиональной деятельностью. В МВД сообщили, первые результаты расследования уже есть, но их пока не разглашают. Тайна следствия.